Домбровский, антибренд одесского юмора. Эпиграф. Юмор – это возможность пережить смешное и неприятное, не нарушив свои рамки. Когда вы не можете изменить ситуацию, вам остается изменить отношение к ней. И юмор – самый прекрасный способ это сделать. Кто сказал? Виктор Франкл. Вы знаете, кто такой Виктор Франкл? Я тоже не знаю, кто это. Но мне нравится то, что он сказал. Да, значит, продолжаем. Итак, Домбровский – антибренд одесского юмора. Стас Домбровский стал героем моих анекдотов и любимчиком моих друзей. Теперь, когда кто-то упоминает его имя, все начинают смеяться и ждать новых историй про него. Все это благодаря тому, что он не вернул мне $500 за лицензию, которую он не сделал и не выполнил. И теперь он отрабатывает свой долг в юмористических рассказах. Я вам прочитаю. Это еще будет впереди. Будем надеяться, что он не обижается на мои шутки и в хорошем настроении, когда слышит, что стал героем анекдотов. Хотя, может быть, и нет. Теперь люди ассоциируют его имя с улыбкой и смехом. Домбровский превратился не только в героя юмора, но и в символ одесского юмора. Люди слышат его имя и уже начинают улыбаться и готовиться к новым историям. Домбровский – это не просто имя, это уже антибренд, шутит один из моих друзей. Но когда я вспоминаю о $500, которые он мне все еще должен, у меня возникают смешные чувства. Я не знаю, вернет ли он мне деньги, но пока что я радуюсь, что он стал таким любимым персонажем для всех нас. Однако, как говорится, на каждый бренд найдется свой антибренд. И в нашем случае этим антибрендом стал сам Домбровский. Вместо того, чтобы стать известным благодаря своим талантам и умениям, он стал известен благодаря своему невыполненному обещанию нечестности. Так, сейчас я хочу с музыкой чуть разобраться. Да. Но в то же время он стал героем моих анекдотов и любимой темой для шуток на каждой вечеринке. Интересно, что такое антибренд, которым стал брендом в юморе. Может быть, это показывает, что в юморе все относительно, и что даже самые неудачные ситуации могут стать объектом нашего юмора. В конце концов, как говорит Виктор Франкл, юмор – это возможность изменить отношение к ситуации, которую мы не можем изменить. Так что пусть Домбровский остается антибрендом одесского юмора, но в то же время он стал героем моих анекдотов и любимой темой для шуток на каждой вечеринке. И кто знает, может быть, он станет и для всех, может быть, и кто знает, может быть, он станет и для всех, и для вас источником юмора и улыбок. Миндав наш печалится, как говорил рыжий Марик из Одессы, когда-то на Борнаге. Я вас всех обнимаю. Будьте здоровы и счастливы.